День знаний встретит подготовленными. 57 будущих школьников, которым 1 сентября при параде надо быть уже на торжественных линейках, получили сладкие подарки, а главное – сертификаты в детский мир. На эти средства их родители смогут приобрести необходимые канцелярские принадлежности, портфели, обувь. В общем, потратить по своему усмотрению. Такую помощь коллектив картонно-бумажного комбината ежегодно оказывает многодетным и малоимущим семьям. Сейчас мы потратим на школьную форму в первую очередь, ну и на концтовары. Вообще очень необходимо, особенно для многодетных семей.